Слава Богу! Как прекрасно быть на этом месте и делиться вами, с вами Словом Божьим. Сегодняшняя проповедь называется так. Кровавый след, ведущий до креста. Путешествие по заветным символам Христа. Или по-английски. The, blood, the trail of blood leading to the cross. A journey through the Old Testament symbols Of Jesus. В детстве я думал, что Ветхий Завет такой сильно скучный, там сильно много имен, сильно много войн, грехов разных, вообще непонятно, идолопоклончество просто на каждой странице. Но когда я стал старше, а в последнее время, тем более, я начал понимать, что на самом деле, как невероятен Ветхий Завет. Я хотел с вами сегодня пройти через несколько символов Ветхого Завета, которые в некотором смысле оставили такой кровавый след через века, ведущий вплоть сразу до Иисуса Христа. Все знамения, символы, упоминания и вообще прямые пророчества указывали на Иисуса. Но израильтяне все равно упустили свою миссию. Вот почему важно смотреть на более такие тонкие детали и распознавать очевидные и не столь очевидные ссылки на Иисуса Христа, Господа нашего. Я часто слышал, что можно найти Иисуса в каждой книге Библии. И вообще, в зависимости как глубоко, глубоко смотреть на каждый стих, некоторые эм, богословы считают, что даже можно в каждой главе найти какой-то стих или ну, про Иисуса что-то. То давайте посмотрим на несколько из этих примеров. И нет лучшего места начать это, чем начало всего, это книга бытия. Это когда Бог использовал овцу для изготовления одежды. Какого значения кожаных одежд, которые Бог сделал Адаму и Еве? Это Бытие 3:21. Господь Бог сделал Адаму и жене его одежды кожаные и одел их. По словам Артура Пинк, это была первая евангельская проповедь, проповеданное самим Богом, не словами, а символами и действиями. Это был путь, по которому грешное создание могло вернуться к своему святому Творцу и приблизиться к Нему. Это была благословенная иллюстрация подмены. Невиновный умирал вместо виновного. В иудейской системе жертвоприношений искупление греха достигалось через пролитие крови животного. Ибо написано в Левит 17,11, «Ибо душа твари в крови, и Я дал ее вам, чтобы вы очищали себя на жертвеннике». Кровь очищ... кров очищается душа человека. И далее автор послания к евреям объясняет нам, без пролития крови не бывает прощения наших грехов. Первое пролитие крови животных для изготовления кожаных одежд Адама и Евы, а также иудейская система жертвоприношений были предзнаменованиями смерти Иисуса Христа. По-английски это foreshadowing. Это Бог так сделал, чтобы показать вперед, что надо будет Иисусу так пострадать именно. Агнец Божий отдал свою жизнь, чтобы заплатить цену за наш грех. 1 Иоанна 3,16, 4,9 и 10. Иисус сделал это не только для того, чтобы скрыть наши грехи, но и для того, чтобы убрать их полностью. По своей благодати и милости Он снимает дело наших рук, и облекает нас в свою праведность, как пишет 2 Коринфянам 5.21. «Верой, верой в Иисуса мы полностью покрыты, как Римлянам 3.21 до 31 говорит нам. Мы освобождаемся от вины, стыда и наготы. Иисус сделает для нас то, что мы не можем сделать самими для себя. Как всегда, Леонид. Пастор говорит, что не можно ни пойти ни, ни до какого врача. Никто нас не может избавить от наших грехов. Мы просто погрешны и вообще-то вообще грязны в наших одеждах перед Господом. Кожаными одеждами Бог покрыл Адама и Еву, тем самым выразив свою благодать и прощение перед лицом греха и суда. Этот поступок напоминает нам, что спасение ⁇ это все дело Бога, Иисуса Христе. Мы искуплены от греха падения. Благодаря милостивому вмешательству Бога, мы можем возвысить наши голоса и петь со всеми искупленными. У Исаия 61.10. Я очень возрадуюсь, Господи, возрадуется душа моя о Боге моем ибо Он облег меня в одежды спасения, Он одел меня в ризу праведности. Аллилуйя. Второй символ – это ковчег Ноя, чтобы найти спасение от смерти. Размышляя о Ноевом потопе, мы сталкиваемся с суровой реальностью того, что человечество заслуживает за свой грех и отвержение от Бога. Просто за все, что там написано, как было в одни Ноя, так, и Иисус же сказал в Матфея 24, 37. Иисус сказал, «Как было в одни Ноя, так будет и в пришествии Сына Человеческого». И все же окончательный суд – будет гораздо страшнее. В последнем суде нет обличения. И таким образом Ноев потоп становится для нас напоминанием о грядущем большем суде, к которому мы должны отнестись очень серьезно. Годы и годы Ной строил и делал ковчег. И в том самом месте и время он проповедовал всем людям – но они не слушали его призыва. 2 Петра 3, 5 до 7. Петр объясняет нам, что в последние дни люди будут сознательно игнорировать грядущий суд. И, конечно, и тот же потоп, что был. История потопа служит напоминанием о том, что Бог уничтожил мир, но искупил Его. Те, кто вошел через дверь, которая была запечатана изнутри, что позволяет нам узнать, что сам Бог был среди выживших. Просто я могу себе представить, как эти люди, соседи Ноя, реагировали на то, когда пошел первый дождь. Они же не видели дождя. В первые, первые моменты им даже, может, и было приятно. О, дождик падает, Ой, прохладно. Но в конце концов дождь стал слишком сильным. Вода начала уничтожать посевы, стада, дома. Воды начали подниматься, и многие из них не умели плавать. Они начали искать способ спастись. И что же они увидели? Ковчег, ковчег, который Ной построил ковчег, над которым они смеялись все эти года, но теперь знали, что им только туда добраться, и они спасутся. Разве в том ковчеге нет двери, в которой можно зайти? Наверняка они могли войти через дверь и спастись в ковчеге. Но Господь заключил его, как написано. Дверь была закрыта. Было время, когда любой мог войти в дверь. И спастись от грядущего потопа. Но это время прошло. Теперь все те, которые снаружи погибли на суде Божьем за свои грехи. Иисус Христос ⁇ это дверь. Все, кто войдет через него, будут спасены. Но придет время, когда будет слишком поздно. Слишком поздно будет время, и когда каждое колено уже преклонится и каждый язык исповедует, что Иисус есть Бог, но это не спасет их уже. Уже все будут говорить, уже поздно, уже все видят и, и знают, что Иисус Господь, но они в своей жизни не хотели так верить и поступать. То войдите в эту дверь сегодня, мои дорогие пока она еще открыта для нас. Третий символ – это пасхальная кровь Агнца. Иисус – это отражатель казни. Бог наслал девять язв на народ Египта. И все же фараон и его ожесточенное сердце крепко держал в плену Божий народ. То Бог решил что для евреев настало время свободы. Уже слишком много времени прошло, и их вопли достигли небес. Божественный суд должен привести к покаянию, но только после десятого казня, что Бог послал, ни первые, ни жабы, ни разные мошки, это, это не не дотрагивалось сердце фараона, а только, только когда он видел свою полную беспомощность в руках Божьих, который только что забрал сына его. И все, чьи двери, косяки не имели крови чистого агнца, также и были свидетелями смерти всех своих первенцев, как людей, так и животных, их дома не были обойденными. Этот факт действительно тронул мое сердце. Как я говорил, я раньше читал, когда я рос, и ну, есть такой мультик и фильм Принц Египта, и там, там, так, там так четко показывает ангела-губителя, как он по улицам двигается. И ну, когда я это видел, я понял, что все люди, которые в домах, они покрыты этой кровью. Это, это такой символ, что не можно ну, другими словами объяснить. Это только ты чувствуешь в сердце благодать такую, когда ты прошел через Иисусу кровь в своей жизни, и ты знаешь, что ты спасенный. Когда ночью придет ангел-губитель, ты будешь в полном спокойствии, зная, что ты, ты с Господом. По эту сторону Нового Завета большинство граждан Первого мира никогда не подвергались принудительному рабству. Но без Христа мы все рабы греха. Наша реальность такова, что возмездие за грех — это смерть, а дар Божий — жизнь вечная во Христе Иисусе, Господе нашим. Римлянам 6:23. Верующие предстанут перед Богом на суде, защищенные кровью непорочного Агнца Иисуса и обойденные Божьим гневом. Четвертый символ это символ медного змея в пустыне с Моисеем и Израильтянами. Во время скитаний израильтян по пустыне Бог постоянно учил их. Чему-то о себе и об их собственной греховности. Он привел их в пустыню и на ту же на ту же гору он открыл себя Моисею, чтобы научить их тому, что он хотел их и требовал от них, от всего народа закон и все такое. Вскоре после удивительных событий на горе Синай, Бог привел их к границе земле обетованной. Но когда люди услышали от шпионов, там великаны, там, там виноград просто вот такие. И они побоялись. Если виноград такой, а там люди по, по 5 метров ходят, они не хотели входить ту землю, которую Бог обещал. Они сказали, что Бог не мог победить этих великанов на земле. И в результате этого неверия Бог послал их в пустыню скитаться, пока то поколение не вымерло. Числа 14, 28 до 34. В числах 21 Люди снова впали в уныние и в своем неверии, стали роптать на Моисея, почему он вообще их ввел в эту пустыню, только умирать, кажется. Они уже забыли, что их собственный грех заставил их оказаться там и пытались обвинить в этом Моисея. В наказании людям за грехи их Бог послал в стан ядовитых змей, и люди стали умирать. Это показало людям, что они сами согрешили. И они пришли к Моисею, чтобы исповедовать этот грех и просить милости у Бога и прощения. Когда Моисей молился за людей, Бог повелел ему сделать медного змея и посадить его на тот посох, чтобы люди могли исцелиться. Числа 21.5 до 7. Эта история просто удивила меня простотой, с которой уверовавшие люди находили мгновенное утешение, исцеление и восстановление от своих недугов. В некотором смысле это то же самое, как мы верим, что Бог воскресил Иисуса из мертвых, и через эту простую веру Бог спасает нас от смерти в жизнь. Как израильтяне смотрели на медного змея, так и мы должны смотреть на Иисуса, освободившего нас от греховной природы нашей. И последний символ, это тоже очень необычный, это Раа в блудница и алая ткань с окна. Книга Иисуса Навина отмечает этот момент и описывает первые шаги завоевания. И послал Иисус, сын Навин, двух человек, тайна из Ситима, в качестве соглядатаев, сказав, «Пойдите, осмотрите землю, особенно Иерихон». И они пошли и пришли в дом блудницы по имени Раав и поселились там. Раав работала как будто в таком хотельчике. Она там всех людей принимала. И, к сожалению, она тоже нашла другие способы заработка. Конечно, хананеи были печально известны проституцией. И это вообще было связано с идолопоклонством. То вполне возможно, что Раав была религиозной проституткой в языческих обычаях. Мы знаем про нее все, что просто Библия нам открывает. Но в истории Раав есть нечто большее, гораздо просто больше, чем, чем эти все негативные стороны ее характера. Раав признала Бога Израиля. Она доверилась Ему из-за праведности, которую не могла произвести в своей жизни – это написано у Иисуса Навина 2:9-11. Я знаю, что Господь отдал вам землю, и что страх перед вами напал на нас, и, и что все жители земли расстают перед вами, ибо мы слышали, как Господь иссушил перед вами воды Красного моря, когда вы вышли из Египта. И что вы сделали с двумя царями амарейскими, которые были за Иорданом, Сигоном и Огом, которых вы предали и к истреблению. И как только мы услышали это, сердца наши растаяли, и не осталось духа в них, в ком из-за из вас, ибо Господь Бог ваш, есть Бог на небе вверху и на земле внизу. Кем бы ни была Раав до того, как Израиль перешел в землю Хананеев, она стала кем-то новым в земле обетованной. Ибо Раав уверовала, она не только верила в Бога, но и действовала. Она верила, но она и поступала, как ей спрашивали эти шпионы. Раав доверилась Богу, который исполнил заветное обещание Аврааму, что ему будет дана земля, из которой произойдет народ и потомство, которое благословит землю. И мы всегда должны помнить, что эта женщина была избрана Всемогущим Богом, чтобы стать избранным инструментом в спасении всех концов земли как написано у Иакова 2.25, «Так и Раав, блудница, не делами ли оправдалась, когда приняла посланных и иным путем отпустила?» То есть, что же есть важно в истории Раава? Раав стала центральной стратегической фигурой несравненной смелости, помогая Израилю войти в землю обетованную, и подчинить свой народ. Всякий раз, когда израильская армия входила в Ханаан, Раав действовала по этим планам и вывешивала алую нить из окна своего... Окна, из окна своего... Таким образом, она и ее семья были спасены. Как интересно, что эта алая нить, эмблема дурной славы стала знаком спасения. И как прекрасно думать, что это алая нить завета Божьей благодати, которая связывает все Слово Божье и идет через все века и все книги Священного Писания. И во Христе Иисусе окровавленный багряный крест, стыда. Это было так стыдно, Иисусу страдать на кресте. Никто его не хотел и не хотел ему помочь. Но тот крест стыда стал сияющим символом спасения для всех нас. Аллилуйя. Есть бесчисленное множество разных ссылок, символов, историй, пророчеств, которые мы еще не раскрывали в это время. Но это не меняет того, что это все сохранено в Божьем Слове. И когда мы будем читать и вникать в него, мы будем раскрывать эти все жемчужины. И Бог будет давать нам более и более веры следовать за этим Словом. Да будет имя Господа благословенно. Аминь.